Долгожданное событие для жителей Москвы и Подмосковья. Пассажирское движение по третьему диаметру от Зеленограда до Раменского открыто. Первые поезда от станции Ипподром и Крюково отправились в 15 часов 2 минуты. Старт движению дали Владимир Путин, Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Впервые начать движение по маршруту МЦД-3 Раменское-Зеленоград. Разрешите запустить движение? Разрешаю. Принято. Принято. Открытие движения по третьему диаметру с нетерпением ждали и химчане. В округе МЦД пересекает 6 станций. Малина, Ферсановская, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. Уже сегодня пассажиры оценили комфорт первых поездок по новому маршруту. Для Химок, для жителей это очень хорошее событие. Во-первых, это будет проще транспортная доступность и сэкономит наше время. Расположение станции невероятно удобное, просто классно продуманное. Прям вот снимаю шляпу. Будет очень удобно. Я думаю, что поездов станет ходить намного больше. Будем пользоваться, конечно. Обязательно. Будет очень удобно добираться до Москвы. Мы все ждали открытия МЦД-3, так что я уверена, что это поможет соединить разные части Москвы и ускорить передвижение. Новый диаметр состоит из 41 станции. Длина 85 километров. Время в пути для жителей Подмосковья сократилось на 43%. Курсируют по этому направлению скоростные поезда «Иволга» и «Ласточка». Для пассажиров действуют 3 тарифные зоны в зависимости от удаленности станции. Стоимость проезда от 50 до 65 рублей. К запуску третьей линии московских центральных диаметров в Химках модернизировали 23 остановки. Все они расположены вблизи железнодорожных станций округа. Сами станции также будут реконструированы по единым стандартам диаметров. Все работы полностью завершат в 2026 году. Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.